Проект «Чистый берег» по благоустройству набережной Свияги стал одним из самых крупных за всю историю работы ульяновских активистов. Реализует его территориальное общественное самоуправление «Мостовая Слобода». Уже сделано многое. Привезли песок, почистили дно и береговую линию Свияги, обустроили зону отдыха, поставили беседки и качели. Впереди самое интересное. И на следующий год здесь уже появятся дорожки, освещение, входная группа очень красивая. Проект этот долгосрочный, наверное, думаю, что лет на 5. Сам проект, он на 20 с лишним миллионов, по-моему, если не ошибаюсь, на 27. Ну вот, конечно, мостовая, благодаря вот таким всем поддержкам и партнерствам, конечно, у нас будет развиваться и процветать. С 2013 года ТОС «Мостовая Слобода» выиграли множество грантов, в том числе и на благотворительные проекты. Не отстают от них и другие активисты, которые приехали в Мостовую встретиться и обменяться опытом. Например, проекты ТОС Полдомасова по благоустройству родного села с каждым разом становятся все обширнее. Всего за 3 года активисты реализовали несколько своих идей благодаря региональной и федеральной поддержке. Один был на средства грантовые от области на создание спортивного зала. Другой победил в фонде президентских грантов. Был основан сквер в нашем селе с таким символичным названием «Добрососедство». И, наконец, был выигран проект для старшего поколения «Швейной мастерской». Встретиться с активистами и посмотреть, как идет благоустройство Свияги, приехал глава региона Алексей Русских. Он торжественно наградил председателей ульяновских ТОСов. То, что вы делаете своими руками, своей энергией, своим энтузиазмом, это говорит о том, что вы заботитесь о земле, на которой живете, вы заботитесь о людях, которые проживают рядом с вами, вы стараетесь для них создать максимально комфортные условия. Помимо награждений и осмотра, глава региона за чашкой чая обсудил с активистами перспективы развития общественных территорий и другие проекты благоустройства. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.